Петербург расползается в сторону Ленинградской области, считает директор по развитию компании L1 Надежда Калашникова. По ее мнению, в городе много неэффективно используемых территорий, в том числе промзон, которые можно использовать под строительство жилья. У нас внутри пустые пятна, а по окраинам и уже вот заходя за черту Ленинградской области, огромное количество районов, и этот процесс, он продолжает набирать обороты. Эксперт отметила, что новые территории, которые осваивают девелоперы, оказываются не обеспечены инфраструктурой. Какие бы ни были красивые дома, без инфраструктуры, без транспортной, без социальной инфраструктуры, эти районы действительно обречены. В частности, она отметила, что это заметно показывает тот транспортный коллапс, который наблюдается и на севере, и на юге города. По ее мнению, в городе нет регулятора, которым должны выступать городские власти. Если раньше у нас главный архитектор уровнем подчинения был на втором месте, то сейчас главный архитектор – это пятый уровень подчинения. У нас нет должной коммуникации между комитетами, которые должны регулировать строительную отрасль. То есть один комитет согласовывает одно, другой комитет, в общем, выступает вот, ну, против этого согласования. Это приводит к казусам, считает Надежда Калашникова. Ольга Уланова, Роман Рожков, Всеволод Амелин, БНТВ.